сначала обувь подам, все подам. Документ сначала предоставьте, что вы действительно эксперт. А вы кто такой? Я? Чтобы я вам документ предоставлял. Здравствуйте, ну я же хочу знать, кто мне. Мы же не на судебном осмотре. У нас написано ОАСТ экспертиза. Независимый эксперт. Ну, я хочу знать документы и видеть, что вы действительно эксперт. Вот это вот дело? Нет. А я не хочу, не желаю, чтобы я снимала. Послушайте, согласно статье 29, пункт 4, я имею полное право. Уважаемые, всем до свидания. У нас очень много работы, чтобы вот эту цепь не нравилась. А вы кто, ваша фамилия, скажите? Я сказала уже. Вы меня почему снимаете? Потому что я пришел права на экспертизу провести. Но смотрите, у нас экспертиза какая? Досудебная. Мы вправе отказаться от проведения экспертизы досудебной. Не обосновывая никак свое решение. Так что до свидания. Прошу удалиться. Так а вы можете представиться, кто вы? А я не обязан представляться вам. Почему? Ну, это что за абсурд-то? До свидания. А вы кто еще раз? Представьтесь, пожалуйста. Меня мой директор говорит, что я должна работать. До свидания. Это как так, ребят? А мы при чем? А вы к нам что? Незнакомы вообще абсолютно. Это мы вам точно говорим. Ну как, ребят? Он нам приносит судебные претензии. Нет, я просто... Что за человек? Будет назначена судебная экспертиза в какой-либо из организаций. Опять же, мы вас попросим не включать, если, допустим, нашу организацию будет назначена. Если вы скажете, что я хочу снимать, то я отправлю в суд, что вы препятствуете проведению экспертизы. Все. До свидания. Так что вот видеосъемку с ним, вы вообще на каком основании заходите и начинаете снимать? На основании Конституции 29 статьи, пункт 4. Я открываю статью. Хотя зачем я это делаю? Да посмотрите на всякий пожар. Давайте, статья 29. Да, точка 4. Вас так бы засудят, как 29-я. Какая конституция? У меня взяло дело, в котором я обязана. А здесь ничего не обязана. Нет, прям здесь. Гарантируется свободно массовой информации. Цензура запрещается. Причем тут средства читайте массовой дальше информации. Что? Пункт 4, читайте. А здесь не публичное учреждение. Здесь нужно брать согласие. Значит, читайте вслух. Я не буду читать вслух. Зачем? Давайте я вам прочитаю. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Хорошо. Я не готов сейчас гарантируется свобода массовой информации, цензура запрещается. Я не готов у нас комментировать этот пункт. У нас это статья 29. Это высший закон. Ну, вы же знаете, что нельзя снимать человека без его разрешения. Ну, вы же на работе. Вы знаете этот пункт о том, что нельзя снимать человека без его разрешения? Нет такого пункта. Назовите мне статью. Я не государственный служащий. Хорошо. Назовите мне норму права, смотрите, где мне запрещено снимать вас. Смотрите, мне это сейчас не интересно. У меня очень много работы. Поэтому, пожалуйста, удалитесь. Может быть, просто уберете и так же... Нет, уже не интересно. Вот вы знаете, когда так осмотр, когда, ну это ваши проблемы, это не мои проблемы. Смотрите, когда осмотр начинается с конфликта. Да почему нет никакого конфликта? Зачем? Даже сказал, что он проведет 3 экспертизы подряд. Зачем нам производить экспертизу и тратить лишние нервы, если очень много работы и нам это чисто. Так вам же позвонили, спросили. Мы позвонили про экспертизу, но мы же не думали, что станет ваша камера препятствием проведения экспертизы. Но моя камера не является никаким препятствием судебной экспертизы. Ну, нам это не нравится, поэтому спасибо, до свидания. Мы позвонили также по телефону, просто в Яндексе, мы их не знаем. Вот вам отказ. Все, я понял. Вот следующую экспертизу, идите туда, зайдите с камерой, спросите. Это абсурд полный. Так не должно быть. Вот как раз здесь юристы. Правильно вам ответить? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас экспертиза проводится? Проводится. По обуви? По обуви, да. Можем сейчас ее провести? Прямо сейчас? Да. Не знаю, надо же договариваться было, кто с кем. Да мы вот приехали, договорились, нас с Фатванта выпроводили. Документы не предоставляют. Вы можете предоставить документы, что вы можете проводить экспертизу? А вам для чего экспертиза? Для магазина? Для себя? Мы ИП. Они ИП, а я купил у них обувь. А она мне натерла. Мы говорим, качественная. А она натерла мне ноги. Ну, а
таких экспертизах заочно нас нужно предупреждать друг друга. Сейчас чего пришли, просто требуйте. Естественно, у нас да мы не требуем, мы спрашиваем. А зачем под камеру? Ну, так хочу я. А мы не хотим. Тоже не будете проводить экспертизу? Ну, а зачем нам камеру-то? Мы проводим нормально, у нас все документы есть. Ну, а документами порядок. Можно ознакомиться с вашими? Ну, ознакомьтесь, когда экспертиза будет готова. Не, ну я предварительно я могу ознакомиться с документами ну, на проведение экспертизы. Ну, ознакомливайтесь. Зачем нам эти все проблемы какие-то непонятные? Вы отказываете мне предоставление документов. Вы вообще кто? Я с вами ничего не изначально ничего не договаривалась. Ну, я вот пришел, к вам и договариваемся с вами на проведение экспертизы по обуви. Ну, вот у нас много работы, мы сейчас не берем работу по этому делу. А вы можете представиться, кто вы? Нет, не могу. Почему? А зачем? Вы не будете проводить там экспертизу? Нет, мы не проводим экспертизу. Все понятно. Кто проводим, то не проводим. А вот здесь работает тоже люди, да? Да, но я тут... Да, это такой же будет ответ. С камерами мы будем долго договариваться. Ищите свою экспертизу независимую. Почему? Как мы вот... Мы пошли к вам на встречу. Два эксперта отказали. Давайте суда звоним. Ну а я-то при чем здесь, что они отказали? Ну как, они же как? Вам претензию предъявляют, не нам же. Не подумайте ничего. Мы всех видим их в первый раз так же. Вообще, сами сюда приехали, вообще первый раз. Что, звоните к этому? Время тратить, приезжать. Я понять могу, мы свое личное время тратим. Ну, давай туда позвоним еще. И сразу предупредить, человек давай, хочет позвоним. С камерами быть. Потому что тратить свое личное время, потому ну, что... Ну, это же тоже детский сад, правда? Вот именно. Дальше с вами делать, понятно. Уважаемые, у нас известная организация «Сверху независимости». Вот у нас есть материал гражданского дела, нам суды доверяют. Мы надлежащим образом работаем. Ну вы отработайте, посмотрите в ботиночки, и мы пошли отсюда. Что в самом деле, Таня? Отказались. Мы отказались. Так фотографируют нас. Ну что ж, замечательно. Я и говорю, что нас знают, значит, фотографируют. Ну что в самом деле, что вы нас гоняете, а? Я вообще даже не знаю, к чему. Понимаете, мы действуем здесь по договору с физлицами, с юрлицами, то есть досудебная экспертиза выполняется, можно я тоже буду слушать? Да, пожалуйста. Выполняется в рамках договора. То есть нам никто не может нас заставить производить экспертизу. То есть мы можем вполне отказаться от производства экспертизы. Это когда вот нам приходит с определения суда, назначения или от следственных органов, то тогда мы не вправе отказаться от проведения экспертизы, если мы располагаем такой возможностью. Здесь, извините, зачем нам это проводить, если здесь уже какие-то видеосъемки. Поэтому это неинтересно. Да. Зря вы так с нами. Да почему? Ну потому. Что делать? Они отказали. Вторая организация, то потом тоже отказали. Извините, можно вас всех попросить отсюда выйти? А вы как соберете? Сейчас мы в итоге вошли в конфликтную, опять же, ситуацию с людьми, которые независимые эксперты. Проводить экспертизу нам не будет. Где мы сейчас будем искать экспертизу? Вот вы нас попросили, чтобы мы провели. Мы вам предложили вот реорганизацию. Вы вошли в конфликтную ситуацию. Я в конфликтную ситуацию ни с кем не входил. Нам отказали. Но... И все. Нам просто отказали. Вам не просто никакого отказали. Конфликта не было. Ну, вас попросили убрать видеокамеры, сказали, допрос. Знаете, у вас с ними получилось то же самое, что с нами. Вот абсолютно один в один. Абсолютно. Так же? Ну, абсолютно так же. Вам по-хорошему ответили. Вы не... свое, они вам как бы со своей, ну, как бы свое вам говорят. Ну, я думаю, здесь пограмотнее нас люди, правильно? Ну, естественно, если у них юридическая оценка идет. Если ты уже юрист. Наверное, человек как-то побольше нас понимает в этом. Мы перед вами свои обязательства выполнены. Мы обратились в организации. Бегать и оббежать весь город у нас не представляется такой просто физической возможности. Так нет, оно просто везде будет то же самое. Если так же человек будет себя вести, везде будет отказывать. А как я веду? Ну, вам же просто говорят, уберите камеру, она вам зачем нужна?
Документы есть, вы даже подадите. Вам же говорят, увидите камеру, и все, и вы сделаете то, что вы хотели, эту экспертизу, а не любой экспертизу. Я хочу под камеру. Но они не хотят. Они не предъявляют они даже же, документы. Но мы вам не отказываем. Ну а как я могу поверить, что это эксперты? Мы же вам не отказали. Когда провелась бы экспертиза, туда прикрепляются все документации. Вот вы с претензией пришли, вы смотрите, мы сейчас отказались. Мы когда отказались? Брали экспертизу, там были приложены полностью ее образование, дипломы, все как прошивается в эту экспертизу. У меня дома такая целая экспертиза есть, лежит, которая набракована и действительно берц. Они бы вам также это сделали. Но когда вы идете в конфликт и настаиваете все равно на своем, ну вам, значит, какие-то другие интересы. Это опять же, потому что человек не доверяет людям, правильно? То есть он думает, что если на камеру, это будет более честно. Как он не, ну подожди, ну да? Как я не доверяю? Я просто хочу знать, кто, действительно ли это эксперт или нет. Вы посмотрите тогда. Так, на кого посмотреть-то? На документы, которые... Так не предъявляют, не дают. А вы сказали, камеру уберите, и тогда покажем. Тогда будем работать. Вас же попросили, вы не согласны. Вы своим глазам даже не верите, оказывается. Я верю своим глазам, ну, а в то, что мне во всем отказали. Вы все сводки подбираете для своего юриста. Я это уже давно поняла, что вы работаете вот на юридическую, наверное, компанию. Вы собираете все сведения, Господи. Все данные сейчас. Вы своим глазам не верите. Ну что вам за бред? Да вам бы сейчас провели экспертизу на ваших глазах и сказали бы ответ. Три организации вам отказала. Вы хотите сказать, мы все сговоре, все три организации?